чуть-чуть. А, это я управляю типа камерой. С новым обновлением iRacing завезли разных интересностей и вкусностей. Улучшили графику. Улучшили динамическую поверхность трассы. Вот. И добавили еще два новых автомобиля. Ferrari 488 GTE и Ford GT. Ну вот, но это все замечательно. Была замечательная одна гонка, прекраснейшая просто. На мой взгляд, одна из лучших, когда я боролся за одни из лидирующих позиций. И еще в то же время довольно-таки было много обгонов, борьбы на трассе. Сейчас вот я, видимо, еду в квалификацию у меня. Вот. Такая у нас раскрасочка для Мазды. Российская. Со спонсором. Банк открытия. Российский такой триколор стилизованный. Ну, в общем, поиграемся пока с фильтрами. В первую очередь, что у нас? Шим виньет можно включить. Это у нас уберет кил. Затемнение по бокам. Ставим его. В общем, есть режим. Теперь повторим такой black and white. Все сразу черное с белым становится. Дальше что? Есть у нас режим сепия. Ну, собственно говоря, сепия. Ничего удивительного. Я бы не сказал, что прямо интересный. Вот режим Red Pop очень интересный. Он, соответственно, выделяет, убирает все цвета, оставляет только красный, да, насыщенный. И так, ну, оригинально очень смотрится. Оригинально. Да. Сейчас будет интересный поворот. Ну-ка. Вот. Что там следующий режим у нас? Просто контраст добавляет. Все такие они цвета по-разному изменяет. В общем, не очень интересно. Такое прям расплывчатое все становится. Вот, дальше пойдет опять. И вид тоже. В общем-то, непонятно, что изменяет. Ничего. Судя по всему. Было вот такое немного расплывчатое. Размытость добавляет, да? Всем объектам, которые как якобы не в фокусе. Вот, что еще у нас интересно? Old film. О. Забавно смотреть на там современные машины. Как. Но при этом как будто ты смотришь кино, я не знаю. Которое снимали лет так 60 назад. Вот, на старые. На камеру. И что я начал делать? VHS. Названный режим. Как будто мы смотрим VHS, кассету. Но что-то мне как-то больше напоминает какой-то некий 3D режим. Хотя что-то в этом есть. Что там? Грейн. Просто зернистость добавляет. Ничего такого нет. И 8 бит. Как будто мы играем в Денди. Вот, поставим, в общем, нормал. Надо
тебя будет зачетный круг. Заканчивается. И время. Не очень, кстати, хорошее. Но довольно-таки быстрое. Так. Что теперь будет? У нас гонка, подозреваю. Оп. Да, вот и гоночка. Так, смотрим. Во-первых, кто здесь ехал? А, вот, да, финишировал я шестым в итоге. Ехали здесь очень быстрый парень Франческо Фаустини и Анджело Спаньола. Да, собственно, и Джош Фокс, и Кэлен Энгелейдж. Это очень быстро. И Джек Хьюлит. Ребята, которые с рейтингом 6000. Ну, короче, все больше 3,5. То есть они быстрее меня. Вот. На стартовой решетке, собственно говоря. Так, посмотрим, кто тут был передо мной. Кто в какой последовательности. Кстати, интересный факт, но Франческо Фаустини. Так он. В общем, он уехал и. И все. И как бы только его и знали. Ему никто не смог приблизиться. Он едет на простенькой просто черного цвета машине, без раскраски. А, дальше кто у нас был? Анджело Спаньола, Кастрол, Мазда. Джош Фокс, тоже такая простенькая раскрасочка. С элементами, что он там? О, значок. Значит, местности, откуда он, с Пенсильвании. Кэлен Гейджу. Дальше Джейк Хьюлит. Вот с этим вот гонщиком у нас была такая интересная борьба на протяжении всей гонки. Он хоть по идее и очень быстрый парень, но забавно получилось, что часть дистанции я проехал, он проехал за мной. Моя машина. Не знаю, на мой взгляд, лучшая. Так. Ну, кстати, Ник Карти. Довольно-таки быстрый парень. Тоже прогрессирует прямо на глазах. Очень интересный гонщик. С ним тоже у меня была борьба. Вагнер Юниор. Тоже парень довольно-таки хорош. Ему чуть не хватает стабильности. А так быстрый. Тоже интересная раскраска тут. Прям все вместе. И Netflix, и Fox. Курьер, хотя официальная резина. BF Goodrich. KFC. Burger King. В общем, накидал просто, что было, видимо. Вот. Интересная борьба лайн. Да не пери. Ну, в общем, это ребята, которые внимания так и не удосужились. Ладно, что, будем смотреть за гонкой. Старты и провалился сразу вниз. Понятно, по какой причине. Может быть, специально такая тактика у него была. Не знаю, ради интереса. Ну, в общем, впереди ничего такого интересного происходить не будет. Потому как парни... Мало того, что быстро они, соответственно, еще и стабильно едут в быстрые круги. На
моя задача была держаться как можно ближе к ним на случай, вдруг, если что-либо произойдет, да, эта трасса Лагуна-Сека довольно-таки сложная она. Малейшая ошибка, там, зацепив, там, не знаю, гравий, еще что-то, можно улететь. Вот, довольно-таки просто улететь за ней. Момент был. Так, где тут я? Тут баг не рыгаю. Да, ошибся. Вот у него проблема. Ошибся на торможении и улетел. За поворот потерял места. Там следом движется Ник к карте. Вот его обгоняет Джейк этот Хьюлит, который вначале сам провалился. Быстрый очень гонщик. Ну вот интересно, вроде как быстрый, но при этом очень много допускал ошибок. Очень много прям ошибался. Такими вот грандами, я бы сказал, довольно-таки сложно сражаться, бороться с ними там или сдерживать их, потому что у него время на круге значительно быстрее, да, там, ну, меньше. Он, и, соответственно, значительно быстрее, там, выходы многие лучше. И они просто тебя к повороту хоп и съели уже. Такого ракурса будет сейчас пока наиболее оптимально смотреть. Я был внутри, соответственно. Ну вот, хоп, он уже обошел. Правда, тут у меня тоже была небольшая ошибочка. Thank you.
карте. Чистый парень, едет хорошо, примерно в моем темпе. В данном случае он был где-то чуть быстрее, где-то чуть медленнее. В общем, довольно-таки ровно ехал. Но в тех моменты, когда он был чуть быстрее, он, конечно, хотел обогнать, но у него не выходило. Сразу видна разница, да, там он примерно того же уровня, как я, по скорости. Благо i-рейтинг, да, который существует, он дает тебе понимание, да, какой человек рядом с тобой, насколько быстрый и тому подобное. Ну вот. Ну вот этот Ник Карти, он примерно того же уровня, да. И вот довольно-таки, и вот, собственно говоря, да, у него была проблема обогнать меня, где он хотел. Если я закрываюсь, да, то он ему и деваться некуда. Если он выбирает неправильную траекторию, то он едет дальше. Посмотрим. Ой, не ошибка. Что сразу дало Нику возможность догнать меня по этому повороту к штопору. Вот у меня еще одна ошибка. Вот он пытается меня обогнать. Здесь на слепстриме на самом деле довольно-таки амазди легко, ну можно обогнать, да. Оп, дорог внутрь. Но мог меня закрашить, молодец, хоть не сделал этого. Нервно едет, тем самым на самом деле убивает свою резину. Вот тут я опять ошибся, но ему не хватило, чтобы меня обогнать. Здесь уже у него неправильная траектория входа, и, соответственно, выход получился медленней. Бывает, с некоторых гонщиков вот здесь начинает такое, но это самый плохой, наверное, вариант развития событий. Потому что убраться в этом повороте — огромная просто вероятность, если ты в таком месте совершаешь обгон. Он там передеет. Хьюлит ошибается. Ческ вот едет. Где он тут? Вот. Один сам с собой там. В своей лиге такой. Really? Что
Что-то случилось. Мы тоже пошли ошибки лидеров. Оп. Ну вот это вот неправильно. Неправильно. Это дайв бомб чистой воды. Really? Да, так делать нельзя. В общем, тут была заруба у Анжелы, да, Спаньола и Кейла. В итоге, которая, кстати, закончилась для них довольно-таки печально. Так. Вернемся пока ко мне. Вот до сих пор ник Керти меня преследует. Пытаясь найти... подловить момент, когда он смог бы обогнать меня. Это мои ошибки. Но время идет, круги, соответственно, наматываются, и резина, она все хуже и хуже начинает держать. Играет там все роль. Перегрев и износ. Все вместе. Джейк там хоп, улетел. Видать, перегрев опять же резина. А, ну вот здесь он, да, зацепил обочину. Пытался вырулить. Вроде все, поймал машину, вот здесь переборщил с газом, ну и все, его развернуло. И он там пролетаем мы с ником карте. Но он довольно-таки быстро вернулся на трассу, да. Теряв лишь эти два места. Сейчас он начнет отыгрывать все потерянное. У нас тут борьба продолжалась. Моя и Ника карте. Закрыл внутреннюю территорию, чтобы он не полез внутри. Ну-ка еще раз глянем. Да, вот здесь я потерял немного скорости. Он хоп, сначала внутрь. Я ему хоп закрывать. Он, значит, наружу. И снова внутрь. Чтобы, значит, в штопоре быть внутри на первом повороте. Сейчас, по идее, должен Джейк где-то подъезжать к нам. Задняя резина уже плохо держит.
А тут очень, кстати, да, интересный момент был. Вот они, значит, соответственно, я здесь ошибся в штопоре. Вот я ошибся. Все, Ник воспользовался этим моментом и пошел налево. А я видел, там Кейл, собственно говоря, его развернуло, и он вернулся на трассу. Как раз налево, в левую половину трассы. Я воспользовался этим моментом. Я оставил Нику левую часть трассы. Сам встал на правую. Ну и как бы закрыл ему траекторию таким образом. То есть он не смог меня обогнать опять. Это важный момент был в защите. Там уже его Джей Хьюлит обогнал. И сейчас он меня обгонит прямо, потому что у меня опять здесь будет ошибка. Даже не ошибка. Просто он лучше вышел из поворота. Вот его хотел было закрыть, но потом понял, что это уже бесполезно. Последний круг. Сейчас будет финиш. Ну, собственно, вот и финиш. В общем, такая вот гонка была. Такая вот интересная была гонка. Good job, guys. Good job. Awesome race. Yeah, good racing, guys. Great, guys. My first time getting into the car. Hope to run the next season with you guys. That was a lot of fun. Yeah, these are a hoot. Ну все, спасибо всем. До новых встреч.